В путь. Спеши, пока ветер попутный. В море погода может быть самой непредсказуемой. Возвращайся. Терабезьян, дедушка. До встречи. Счастливой дороги, камнерожденный! На пути к обители отшельника тебя ждет множество опасностей. Верно, если не справишься, возвращайся домой. Да, здесь всегда твой дом. Да, да, возвращайся скорее. Если что-то пойдет не так. Учитель, я готов. Что, макака уже уплыла? Хорошо. Учитель. Теперь нужно дождаться хороших новостей от моего сына. Учитель, что вы имеете в виду? Неважно. Ну что же, начнем обучение. Да. Почтенный, как обстоят дела на горе цветов и плодов? Демоны вовсю безобразничают. Кстати, а почему ты все время интересуешься этой горой? Я подумал, если бы у нас здесь была гора цветов и плодов, то как было бы красиво? Небо — это обитель богов. Земные пейзажи недостойны небесной обители. Но это не всегда так. А ну-ка неси сюда свою небесную птицу. Давай-ка еще раз проверим ее в бою. Что скажешь? Хорошо, почтенный, я мигом. Не подведи. Если вы
высушить эту тыкву, она станет пригодной для питья. Никогда раньше не видел тыкву с ногами. Я могу рассказать просто или посложнее. Давай лучше посложнее. Я в будущем, в общем... лучше просто. Я тайком залез на плот, когда ты отвлекся. Ну как ты не понимаешь? Дорога будет опасна. Я не хочу, чтобы ты рисковала за меня. Рисковал? Да со мной тебе не грозит ничего. Кто с тобой полез в пещеру к царю демонов? Кто помог тебе найти пещеру за водопадом? Я всегда был с тобой, дружище. Я тоже хочу чему-нибудь научиться. Я тоже хочу стать таким же героем, как ты. Хорошо. Ура! Как здорово! Прекрасно, прекрасно! Увидеть своими глазами совсем другое дело! Неописуемая красота! Прелестно! Пожалуй, нарисую еще одну картину. Сегодня я потрудился на славу. Последняя картина. Ах ты, мерзкая макака! А ну отдай мне картину! Эй, быстро отдавай! Слышишь? Так-так! Эй, это что за шутки? Пусть ваша обезьяна отдаст мою картину, она моя! Это нам надо спросить, кто ты такой и откуда взялся? А вы кто такие? Генералы! Вот картина, которую нарисовал этот тип! Да это же пейзаж горы цветов и плодов! Верно! Эй ты! А ну отвечай, кто ты такой? Что ты там рисовал? Ты шпион, который высматривал наши секреты?
Это я... Да это же карта местности! Какая точная! А это дорога к нашей крепости! Смотри, ведь точно, это дорога к нашей крепости! Не может быть! Смотрите! Верно, и в самом деле, очень может быть, что это шпион. Нужно скорее доложить повелителю, а то мало ли, куда этот шпион еще пролезет. Нам надо все подробно выяснить. Да никакая это не карта! Не знаешь, не вмешивайся! О, да-да-да, верно, в самую точку. Никакая это не карта. Но теперь вы можете вернуть мне мою картину или нет, а? Пожалуйста. Это... военный план! Что за военный план? Да, с виду похоже на картину. Неплохая маскировка. Хорошо, постарался. Ну что, этот парень шпион. Мы его раскусили. Это военный план, вне сомнения. Нужно его допросить и все выяснить. Да нет же, это никакой не военный план. Что за чепуха? Полная ерунда какая-то. Чепуха, говоришь? По мне, так маршал Лю прав. Воины! Взять его! Взять! Да! Живее! Ой, да послушайте же вы меня! О, да это никакой не план! Ну что, руки вверх! Ой, да это не карта никакая! Я не шпион! А где он? Где он? Где же он? Где он? Что это было? Чудеса какие-то? Эх, вот бы ветер был посильнее, тогда мы бы быстро добрались до обители отшельника. Это не проблема. Смотри. А? Да это прямо целый шторм. Это случайность. Сейчас я исправлюсь. Ладно, ты побереги силы. С таким ветром мы еще долго будем плыть. А? В чем дело? Ah!
голод, я не хочу умирать! Узрите мою мощь! Ваши страдания – моя радость! Сейчас вы испытаете на себе всю силу моей магии! Кроличи! Держись! От меня не скроешься! Что это? Избежать кары? Вот тебе моя новая магия! Дьявольский водоворот! Сегодня твое путешествие закончится навсегда! Малыш! Малыш, не умирай! Малыш, ты найдешь себе друга гораздо лучше меня! Получилось! Убить обезьяну все равно, что раздавить муравья! Который раз мы уже устраиваем птичьи бои? Ха-ха, я уже со счета сбился. Хватит, пойду поищу что-нибудь особенное. Что еще за особенное? Неужели ты сможешь найти что-то более особенное, чем эта волшебная пагода? Ха-ха, ну разве что гору цветов и плодов. Шестиухий. Смотри внимательно и запоминай. Смотри дальше. Учитель, я хочу научиться этой магии. Есть еще кое-что более могущественное. Правда? Ну, что скажешь? Как здорово! Это уникальный дар! Это еще что? Учитель, неужели... Учитель, ты самый могущественный! Эта магия называется тлен и погибель! Тлен и погибель! Я тоже хочу так уметь, учитель! Тогда я научу тебя! Спасибо, учитель! Кажется, будет дождь. Похоже, дело сделано. Он возвращается.
А? Кто возвращается? Мой сын, морской дракон. Морской дракон?心房。